Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Лилия Гропаха. Я рада приветствовать вас на моем канале. В этом видео мы с вами рассмотрим покупочку, предновогоднюю покупочку, которую я сделала здесь у себя в наших китайских магазинах. Я так называю Китай из Италии. Хочу сказать, что качество намного лучше, чем с AliExpress. И, ну, давайте по порядку. Итак, дорогие друзья, взяла я вот такие рулоны. Здесь есть и сетка, и органза, и фатин. Ну, начнем мы рассматривать. Я уже, чтобы не шелестеть целлофаном, взяла, развернула. И начнем мы с вот такой вот сетки. Здесь рулон 48 сантиметров шириною и 3 ярда. Вот посмотрите, какой он интересный. Все взяла я в белых и серебристых тонах. К Новому году подготовка. Ну и, конечно же, все вот в таких вот беленьких снежных тонах. Очень красиво, если вы видите, сеточка с блестками вот такими вот, безумно красивая. Будем с вами мастерить, очень красиво. Затем это все новиночки, такого, девочки, я еще не видела на ютубе. Это у нас пишет органза. Но хочу сказать, что это не органза, это фатин. Это фатин тоже с блестками. Как видите, по фактуре он немножечко отличается от предыдущей, но тоже очень-очень красивый. Кстати, фатин не слишком мягкий, очень хорошо будет держать форму бантика, скажем. Вот. И следующий рулон, который я купила, это вот такой вот декоративная, написано декоративная ткань. Ну, это всем вам известная вот такая вот сетка, тоже серебряных, таких вот снежных серебряных тонах. Очень красивая, но она, правда, немножко подороже, но тем не менее, тоже 3 ярда в рулоне. Ну, как же обойтись без ленточек? Вот такие вот ленточки я взяла, узенькие, серебряная, золотистая и вот такая вот декоративная, красная в горошек. Это узенькие ленточки, это сантиметровая и это по 0,6 сантиметров. И также я взяла для пробы вот такая интересная ленточка, но это не атласная, это синтетическая ленточка, как фольга она. Но тем не менее, я ее взяла, она мне очень понравилась, она с таким вот переливом интересным, тут ее 10 метров. Вот, вот такие вот ленточки. Такие ленточки, конечно же, нам пригодятся. Тут в упаковочке было по 2 рулона. Ну, вот я такие и взяла. Дальше. Вот такие вот ленты. Посмотрите, какая красота. Давайте с вами их рассмотрим. Здесь есть вот такая интересная лента. Это хлопчатобумажная лента с рисунком. Посмотрите, какая красота. Елочки, оленчики. Здесь тоже, сейчас я посмотрю, по-моему, должно быть 3 ярда. Да, 3 ярда, 270 сантиметров. Это хлопчатобумажная лента, широкая, шириною 6 сантиметров и 3 миллиметра. Вот такая вот красотища, не правда ли? Конечно, я брала не на оптовых, это все в магазинах, как вы видите, а в розницу, оно немножечко, конечно, подороже. Давайте дальше рассмотрим эти декоративные ленты. Вот такая вот лента, это тоже сеточка, вот с металлизированным краем. Это по типу той сеточки, которая была в рулоне, как видите, тоже с блестками, но с металлизированным краем.
Ну, вот такая вот красота. Дальше у нас идет вот такая ленточка, тоже с металлизированным краем. Вот такая вот красота. Разводы. Морозные разводы по ленте. Очень красивая. Ширина 6 сантиметров. Тоже 3 ярда. Ну и такая вот ленточка, сеточка, тоже с блестками, но уже снежная, не серебристая, а снежная, в таких вот красивых тонах переливчатых. И тоже россыпь блестков, тоже вот такая вот переливчатая. Очень красивая, тоже с металлизированным краем, ширина 6 сантиметра, 3 ярда. Ну и сейчас я вам хочу показать, девочки, вообще я еще, конечно же, такой красоты не видела у девочек на ютубе. Это новинка. Как бы вы думали, что это такое? И сейчас мы с вами откроем. Девочки, это шина. Вы посмотрите, какая она интересная. Показываю поближе. Да, она дороговата, но оно того стоит, чтобы на такую вещь обратить внимание. Посмотрите, что это. Какая это красота! Это тоже шина. Вот такая вот. Это все имитация стразов. Но здесь помимо стразовой имитации идет еще вот такие вот большая имитация стразов. А здесь это как полубусины. Имитация полубусин серебряных. Я не знаю, вам камера передает или нет. Это все в серебряных тонах. Это ширина 2,5 сантиметра. Посмотрите, какая стразовая, тоже стразовая шина, как вы видите. Прямоугольнички, ромбики и посерединке полубусины. Безумно красиво. Конечно, тут их всего в моточке по метру 38, 2,5 сантиметра ширина, 1,38 м. Ну, 1,38 м, я считаю, более чем достаточно для серединок или в любом другом применении. Вот эта шина тоже, как видите, стразовая шина, имитация стразов. Вот такие вот интересные. Ну, безумно красиво. Я не видела еще ни на ютубе, ни в магазине. Вот только я повстречала вот такую вот красоту. Ну и последний рулон, который у меня есть. Это, вы посмотрите, какая красота. Вот такие вот капельки. Это тоже стразовая шина, как полубусины, капельки. Видите, как очень красиво. Мне нравится до безумия. И дальше новогодние закупочки, девочки, продолжаются. То есть посмотрите, что я купила. Это вот такие вот. Давайте я вот так открою, немножечко разрежу. И чтобы их все не вынимать, я вам несколько штучек покажу. Посмотрите, какая красота. Настоящие снежки. Я не знаю, слышно вам или нет. Вот возле. Даже шелест такой вот. Ну, настоящие снежки. Прелесть прямо. И они не разваливаются. Нет ничего. Они такие, как помпончики. В диаметре они 1,5 сантиметра. Вот такие вот.
Красота вот такая. Прелесть прямо. Я их увидела, конечно же, не удержалась. Затем, девочки, взяла вот такие две упаковочки вот таких вот меленьких звездочек. Посмотрите, какая тоже какая красотища. Они меленькие, очень меленькие. Вот такие вот серебряные. Конечно, для украшения подойдут как нельзя лучше. Ну и беленькие, снежковые вот такие вот. Посмотрите, какая красота. Это просто восторг неописуемый. Я не знаю, мне вот эти особенно беленькие, но нравятся до безумия. Они объемные. Они объемные, как видите, невесомые, конечно же, невесомые, и в изделиях они будут смотреться как украшения, ну, прелесть прямо. И еще такой же фактуры я взяла сердечки. Посмотрите, какая красота, тоже они объемные, вот такие вот невесомые, красивые, упс. Разлетаются. Вот такая вот красота. Ну и взяла я вот такие вот розочки на клейкой основе, очень красивые. Они у меня есть такие желтенькие, а это синие. Я не знаю, мне они очень нравятся. Вот так вот без целлофана, может быть, будет видно. Очень красивые. Диаметр этих розочек 1,5 сантиметра. Для серединочек это просто восхитительное. Ну и взяла вот такую вот проволочку. Здесь в намотке 50 метров. Возможно, что-то мы будем делать. Ну, вот такие вот закупочки я сделала, девочки, в этот раз. Для чего я вам это все показала? Я хотела бы вас спросить, потому что девочки меня спрашивают постоянно ссылочки на магазины. Я не могу вам дать эти ссылки, потому что это обыкновенный магазин китайский, они не работают с почтой. Вот, но я хотела у вас спросить, может быть, вам интересны такие вот изделия, и я могу открыть в помощь своим подписчикам, в помощь своим друзьям маленький магазинчик, в котором буду делиться с вами своими приобретениями. Такой магазинчик можно открыть, конечно же, на страничке либо ВКонтакте, либо на Фейсбуке. У меня есть свои там группы, мастер-классы, и в которых я смогу выкладывать вот те материалы, которыми я обзавелась, которые я купила. Ну и, конечно же, я бы смогла там некоторыми материалами с вами делиться. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, если вам такое интересно и нужно. Я, конечно же, постараюсь все сделать для своих подписчиков и друзей. Пишите комментарии, отзывы, и я буду рада всем, кто присоединится к моему каналу. На этом я буду заканчивать. Всего вам доброго, хорошего вам настроения, творческих успехов и до новых встреч!